Всем привет! Друзья, в этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как засолить селедку в домашних условиях. Селедка по этому рецепту готовится легко и просто, и получается очень вкусной. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте, покупаете ли вы соленую селедку или готовите ее сами. Не забываем ставить лайки, давайте начнем готовить! Приготовлю рассол. Холодную и обычную воду я налила в кастрюлю. К воде добавляю соль, сахар, лавровый лист, перец душистый горошком и перец черный горошком. И теперь рассол отправляю на плиту. Нужно, чтобы сахар с солью полностью растворились, рассол закипел, и с момента закипания рассол прокипячу 3 минуты. Рассол готов, оставляю его до полного остывания. Селедку я заранее подготовила. Замороженную селедку я достала из морозилки. Я ее положила в холодильник, и она у меня медленно, постепенно размораживалась. Селедка полностью разморозилась. Из каждой селедки я удалила жабры, так как они могут придавать неприятный горький привкус. Селедку я хорошенько промыла под холодной проточной водой и вытерла бумажным полотенцем от лишней влаги. Солить селедку мне больше всего нравится в 3-литровой банке. Это очень удобно. Селедка полностью покрывается рассолом. Банка занимает мало места в холодильнике. И банка плотно закрывается крышкой. И нету никакого запаха селедки в холодильнике. Селедку нужно поместить в банку. Селедку я не потрошила, я ее буду солить целиком. Рассол у меня полностью остыл, холодным рассолом заливаю селедку. Селедку я полностью залила рассолом. Рассол обязательно должен покрыть всю селедку. Банку закрываю плотно полиэтиленовой крышкой. И селедку оставляю при комнатной температуре на 3 часа. По истечению 3 часов банку с селедкой я отправляю в холодильник на 2 дня. Селедка простояла у меня 2 дня в рассоле в холодильнике. И теперь селедочку можно пробовать. Через 2 дня селедка получается более такой вот малосольной. Если вы любите более соленую селедку, то пусть она у вас постоит в рассоле в холодильнике еще 1-2 дня. Селедка хорошо просолилась. Посмотрите, какая она внутри. Она получается плотной и очень вкусной. И готовится такая селедка легко и просто. А как разделать селедку на филе, вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления селедки, и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!